Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать, как можно в домашних условиях сделать вяленое мясо. В данном случае у меня есть кусочек свинины. Хорошая вырезка. Вот так вот она выглядит. Здесь где-то, наверное, грамм 300. И на первом этапе все, что нам нужно сделать, это просто засыпать ее солью. Вот у нас мясо полежало сутки в соли в холодильнике. И вот оно сейчас выглядит вот так. Все, что нам нужно сделать, сейчас положить его в воду на 4 часа. Каждые 30-40 минут менять воду. Ну что ж, прошло 4 часа. Наше мясо вымочилось. Вот. И сейчас наступило время обработать его специями. У меня есть обжаренные кунжутные семечки, немножко паприки, сушеный чеснок, сухая аджика, а также черный молотый перец. На лист фольги мы высыпаем все наши ингредиенты. Затем берем наше мясо и полностью обваливаем его. После того, как мы пропитали наше мясо специями, его надо только завернуть в марлю. Берем наш кусочек. Начинаем его туго заворачивать. Вот таким вот образом. По обеим сторонам мы завязываем ниткой. Осталось только это мясо повесить в хорошо продуваемое место, желательно солнечное. Прошло 4 дня, настало время посмотреть, что у нас получилось.